Здравствуй, Эмеральд. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Нейзи, и сегодня с нами играет Эмеральд. Он сегодня играет за выжившего, я играю за такого вот маньяка Джейсона Вурхиза, да? Ну, те, кто смотрел предыдущие серии, ну, серию одну, тот знает код от этого сундучка, Эмеральд его не знает, тут надо просто посчитать количество трупов, и вот он, наш рычаг. Итак, теперь у меня появились некие бафы в виде мачете, ну, мачете, так, ой, топора, какой мачете, фонарик, который мне не нужен, и самое главное, это камера, монитор, с помощью которого я смогу мониторить движение Эмеральда, например, вторая камера, вот мы так двигаемся, вот! Вот мы его, собственно, и видим. Теперь понятно, куда он пошел. Давайте быстрее выходим из нашего логова и двигаемся к нашему Эмеральду. А вот и он. Здравствуй, Эмеральд. Эмеральд! А что это мы тут делаем? Так, давайте, преследование начинается. Все, у меня появился бег, отлично. Так, нет, мы снова устали. Окей, вот, все, снова бег. Так, давай, стой, собака. Убегает наш Эмеральд, окей. Он попытается сейчас спрятаться от первого лица. Очень-очень трудно. Ой, от третьего бегать. Пытается сейчас спрятаться. Фонарик выключил, это сразу видно. Главное, чтобы я сейчас в паутину какую-нибудь не залез. Ну, а если Эмеральд залезет в паутинку, то это будет... Будет очень даже хорошо. Так, черт, он залез под эту. Ну, сейчас мы его выкурим. Ой-ой-ой, потерялся. Потерялся я. Бам, один удар. Удар. Нанесли. Он все еще ползает. О, побежал. Отлично. Все, бег активировался. Побежали. Так, в кустах от первого лица можно включать. Так, эти полезли. Так, где он? Ну, убежал, спрятался. Нет, не спрятался. Или спрятался. Давайте здесь походим. Так, трава, первое лицо. Так. Где же Эмеральд? Куда ж ты делся-то, а? Куда ты убежал? Окей. Давайте посмотрим, походим. Кто-то в стиме пишет. Так, давайте камеры глянем. Камера. Так, тут никого. Никого. Так, давайте пятую камеру. Это где? Тут тоже никого. Окей, сразу мы встретили Эмеральда и сразу же его потеряли. Наверное, он где-нибудь здесь. Найдет какие-нибудь сейчас бафы себе. Так. Тут его нет. Окей. Давайте вот здесь походим. Давайте как паранормальном явлении включим так, бам, лампу. Заглянем в сундук, что у нас тут. Так, это он еще не взял, окей. И давайте где-нибудь спрячемся, подождем нашего Эмеральда. Вот, например, здесь, в этих кустах. Давай от первого лица. И стоим, ждем нашего Эмеральда. Давай, выходи. Ха, можем пока по камерам попалить его. Пятая камера, никого. Вторая камера, никого. Окей. Так, давайте листанем немножечко. Седьмая камера. Это мое логово. Так, тут никого нету. Давайте посмотрим шестую камеру. Я, правда, не знаю, где она находится. А, это вот здесь прямо. Вот там я стою, понятно. Окей. Так, из травы мы вышли. Можем делать от третьего лица. Давайте походим, посмотрим, что у нас тут есть. Эмеральд такой спрятался, да, думает, я его не вижу, но нет, все я вижу. Так, листву надо обходить, потому что вот будет происходить вот такая фигня. С этим надо как-то пофиксить, чтобы камера в листву не залезала. Где у нас Эмеральд? Вот мне надо это найти. Потому что я не знаю, где он. Я предположительно, думаю, даже знаю, где он. Сейчас я потому что ушел с одного места, он придет сюда. Так, аптечку он не стырил. Так, опять листва. Походим здесь. Сейф плотника, ага, он отсюда уже вытащил, значит. Тут, короче, лежал листочек, да? Листочек с кодом. Отсюда он не вытащил ничего. Окей, листочек с кодом от... Опа, а это кто у нас? Ой-ой-ой. А кто это у нас попал? Сюда, а, Эмеральд? А, кто это у нас сюда попал, а? Блин, у меня стан идет. А кто это у нас попал? А? В листву. А. Так, куда ты пополз? Эмеральд! Куда ты делся? Алло! Куда он делся?
Если я попаду в листву, это будет реально жестко. И куда пропал он? Что-то я не понял. Волшебник! Куда он делся? Твою дивизию. Я вообще не понимаю. Куда он мог деться? Так, в листву заходим, от первого лица делаем. Ну-ка, давайте. Тут нет ничего. Куда делся Эмеральд, алло? Вот это вообще непонятно. Так, давайте проверим сейчас сейф. А, может, он его вскрыл сейчас. Так, немножечко пройдемся побыстрее. Так, вот тут вода. Воду я не очень люблю. Так, опять листва. Так, вот тут должен стоять сейф. Сейф. И давайте посмотрим код 7721. 7721. Так, обрез тут лежит, книга и перо лежит. Кстати, с помощью книги и пера я могу с ним переписываться. Сейчас даже покажу пример. У тебя оружие, Эмеральд, попробуй попасть. Я же не знаю, что у тебя руки кривые. Пиши сюда. Типа, он здесь может текст написать, я ему могу ответить. Что-либо. Например, напиши, что я дебил. Вот. Я прочитаю это и посмотрю. И это будет правдой. Окей, давайте дальше пошли. Фонариком я пользоваться не буду, потому что тут и так светло. А вот Эмеральду от первого лица. Ну, он не всегда от первого лица бегает. Вот в траве он, например, ну, как и я. А третий, он, кстати, камера. И бордер в виде красной линии. Бордер это, кстати, переводится как ограничитель. Граница или как-то типа того. Так, давайте. О, а вот и Эмеральд. Ускоримся немного. Ускоримся. Давай-давай, сюда иди. Давай-давай-давай. Так, не попал. Черт. Станд идет. От первого лица делаю. Давай-давай-давай, сюда иди. Ах ты. Бегущая дичь, о, ускорение, отлично. Блин, опять промазал, опять станд. Черт. Не-не-не, я его не упущу. Так, сюда иди. Куда он делся? Вот, да опять я промазал. Господи. Иди сюда. Давай. Опа. Ты че такое, я промазал опять. Я не могу. Первого лица. Бам, попал, отлично. Отлично, ну давай, быстрей. Ура! Ускорение! Отлично. Надеюсь, у него нет аптечки, и я смогу его как-нибудь по-быстренькому так отхреначить. Не, не попал. Черт! Это больше похоже на индийское кино. Давайте зажжем здесь светильник. FPS даже просел немного. Не-не-не-не, я его не упущу. Первого лица, листва. Куда он делся? Черт! Эмеральд! Да, вот ты где! Здравствуйте! Давайте, опа! Черт, промазал. В игрушечки играем, да, Эмеральд? Ну-ка. Бам! Что-то опять промазал. Я не понимаю. Почему я мажу? В Дискорде кто-то пишет. Бежим. Давай. Быстрей. Давай. Опа, запнулся. Да черт, опять промазал. Да черт, что со мной не так? Почему я такой мазила? Бам! Окей, чуваки, Эмеральда было легко убить, поэтому мы даем ему второй шанс. Пошли. Выходим. Я, кстати, изменил себе, и Эмеральд теперь будет катать от первого лица, потому что он жаловался на то, что вот когда входишь в листву, да, типа вот, неудобно. Вот такая вот фигня происходит. Но ничего страшного. О, воу, что это было? О, дождик, а это куда лучше. С дождиком-то атмосферка куда получше. Окей, давайте тогда пойдем и посмотрим, где наш дорогой друг Эмеральд, и попробуем его прирезать, как свинь. О, раскаты грома. Все такое темное, красивое, и все блюрится. Не, ну это очень красиво на самом деле, друзья. И под такую прекрасную атмосферку мы будем сейчас убивать нашего дорогого друга Эмеральда. Окей. Давайте где-нибудь притаимся и посидим, посмотрим. Придет ли Эмеральд? А вообще, давайте поглядим камеры. Чё? Куда нам торопиться? Торопиться нам некуда. Эмеральду надо все равно как-нибудь постараться нас выиграть. Обыграть нас. Так. Тут ничего. Тут тоже никого, ничего нету на этой камере. Камера первая. Там тоже никого нету, окей. Так, давайте камеру третью глянем. Ой-ой-ой, камеру третью, говорю. Так, тут тоже ничего нету. Кстати, Эмеральд уже нашел обрез. Ну, надеюсь. О, а вот и наш друг Эмеральд, я понял, где он.
Бежим. И давайте сейчас его хорошенечко напугаем. Он побежал в сторону сундука, наверное. Включаем свет. Минус свет. Бежим к нашему другу Эмеральду. Давай. Оп, ой. Листва. Так, тут мы делаем уже от первого лица. И смотрим, где наш дорогой дружище Эмеральд. Эмеральд. Куда же он запропастился? Так. Понятно. Вот это он облутал? Не облутал. Сейчас я покажу, какой сундук он облутал. Вот этот. Вот. Там лежал вот этот код, 7721. Это код от сундука с посланием, так сказать. С дробовичком от меня, с подгончиком. Так, главное вот в эту дырку не провалиться, а то это вообще жестко будет. Так. И вот идем мы в сторону сундука. Это я помню, где он. Опа, а Эмеральда тут нету. Сейчас проверим наш целостность сундука. 7721. Обрез на месте, книга и перо на месте, окей. Давайте тогда сейчас глянем. Камера. Никого. Камера 4. Тоже никого. Камера 2. Никого. Где же тогда наш дорогой друг Эмеральдиус? Эмеральдиус. Главное, чтобы он в мою хату не пошел. Вот это будет жестко. А, вон он. Окей. Побежали. Вон там наш друг Эмеральдиус. Давайте его хорошенечко напугаем. Ой, какие раскаты грома. Как же мне это нравится. Ой. Минус свет. Не платили вы за электричество, дорогие друзья. Так. О, он оставил, наверное, записочку. Ты меня не нашел. Ку-ку. Нейзи. Ку-ку. Как дельцы? Пам. Кладем записочку. Он, видимо, написал нам заветное послание и скрылся. Окей. Скрылся. Я думаю, он сейчас вот здесь вот. Так, адреналин взял? Адреналин не взял, окей. Это мне на пользу, потому... О! А кто это у нас тут такой бегает, а? А это друг Эмеральд. Куда это мы собрались, дорогой друг? Давай сюда иди. Чё-то он убегает от меня. А, вот он, наш дорогой друг Эмеральд. Эмеральд. Ай, чёрт, мне тут не проползти. Да ё-моё. В листве застрял. Только не говорите, что я его потерял. Не-не-не, вон он. Сейчас опять под деревья будет прятаться. Ну, конечно, типичный Эмеральд. Вечно прячется и отхватывает люлей. Так, и где он? Эмеральд. По-любому где-то мансит от меня под деревьями. Так, давайте тут проползем. Ой-ой-ой. Ну, где же ты? Алло, Эмеральд. Так, и вообще, дела не делаются, как бы. Ну, это не. Нет. Плохо так делать. Так, давайте проверим целостность этого сундука. 2716. 2716. Тут лежит у нас флэрган, книга и перо. Окей. О, не, раскаты грома просто отличные. Просто прекрасно. Так, давайте проверим целостность сундука этого. Посмотрим, написал ли нам что-нибудь. Ку-ку, как дельцы? Нет, еще ничего. Ничего пока не написал. Так, давайте глянем, куда он пошел. Вот давайте здесь спрячемся и, так, и посмотрим. Пятая камера. Никого нету. Третья камера. Никого нету. Вторая камера. Никого нету. Так, седьмая камера. Тоже никого нету. Возможно, он в убежище у меня. Шестая камера. Никого. Первая камера. Тоже никого, окей. Окей, тогда придется походить вот здесь. Вот я думаю, он здесь где-нибудь сейчас. Если он не здесь, то я не знаю тогда, где он. У меня просто нет предположений. Адреналин он все еще не взял. Поэтому будем ходить искать нашего дорогого друга Эмеральда. Что делает эта кнопка? Да ничего. Просто украшение. А, все такое разрушенное, заброшенное. Так.
Так, что это у нас тут? Пятничка, 13-е, это дело. Может, он пошел к сундуку проверить? Сундук. Давайте побежим тогда к сундучку. Может, он его сейчас будет потрошить. И заберет дробовик, с помощью которого я смогу слечь на долгое время. Он не попал 2 раза. Отлично. Так, играем в догонялки. Догонялки, да, Эмеральд? Догонялочки, это я люблю, салочки. Сейчас ты будешь водой, Эмеральд. Сейчас я тебя дотронусь до тебя, и ты будешь водой. Стой же, ну куда же ты бежишь, Эмераль? Ну ты же сам знаешь, что тебе не скрыться от моего мачете. Ну это не мачете, это топорик мясничка. Твоя мяско как раз подойдет для этого топора. Видишь, с него уже стекает немножечко капели крови, оно красное. И ты дополнишь красок этому топору. Эмераль, ну давай, ты же сам хочешь этого, я знаю. Ба, в листве спрятался. Ничего страшного, Эмеральд, я все еще у тебя за спинкой бегаю. Так, давайте его обманем. Ой-ой-ой, стеклышко полез. Я в паутине застрял. Замансить меня хочет. Какой наглец, а? Наглец-подлец. Замансить хочет дядя маньяка. Ну, ничего. Ничего страшного. Так. Окей. У него дробовика нету, патронов на карте больше нету. Он просрал свой шанс... Настан меня. Не застанил меня. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что если бы он меня застанил, я лежал бы секунд 10-15, и потом бы уже встал. А так нет, так он ничего мне не сделал. Так. 2-1-7-6, вроде не. 2-7-1-6, вот так. 2-7-1-6, 2-7-1-6. Чего? 2-7-1-6, 2-7-1-6. Чего? 7-7-2-1, может? Да. Что он написал? У меня не кривые руки. Ну? Ха, ща. Ну, нузи. Ну, как видим, кривые. А говорил, не кривые руки. Нет, Эмеральд, у тебя очень даже и кривые руки, раз ты не мог по мне попасть. Ха, да. Это было довольно-таки печально, Эмеральд. Ладно, побегаем немножечко. С факелом попугаем нашего друга Эмеральда. Да-да-да, попугаем. Не, небо вообще такое прям сочное, такое заблюренное, серое. Ку-ку, как дельцы? Надо ему написать, что он хорошо стреляет, очень хорошо. Так, может он, кстати, где-нибудь здесь? Сейчас. Адреналин он не взял, окей. Окей. Вот здесь он что-нибудь забрал? Да, забрал. Не помню, что тут лежало, вроде аптечка. Ой, упал что-то я. Так, давайте дальше поглядим. О, что там? Там что-то? А, ну это понятно, это сундук горит. Так, окей, давайте вот тут где-нибудь встанем. О, о, Эмеральд, привет, дружище. Так, давай, бьем, ура, один удар нанесли ему. Да давай, беги. Вот, теперь я снова могу бежать. Давай. Все, преследование началось. Ой. Где же наши... Вон там, Эмеральд. Ой, водичка, он плю... Я тоже плюхнулся в воду, ну ё-моё. Давай, вылезай, быстрее, побежали. Не-не-не-не, Эмеральд, ты не надо... Опа, бам! Бам, еще один удар, прям в рыло. Прям в рыло Эмеральду. Надеюсь, он сейчас... Там вообще в диком ужасе. Давайте тоже посигналим ему фонариком. Так, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Пока я бежать не могу, у меня... О-воу-воу-воу. Взрыв. Да, Эмераль. Я вижу. Ну, ты теперь в тупике, я тебе скажу. Давай, вылезай из-под дерева. Ты теперь в тупике. Давайте его пнем немного. Ой. Я же знаю, что он под... Ой, похилился. Ну ничего, значит... Понятно. Эмераль залагал, это совершенно нормально для мода Smart Moving. Перезашел. Ой, бежит сразу. Ну, я не стал его трогать, потому что это было бы нечестно, если бы я его сейчас ударил бы или еще что-нибудь с ним сделал. Так, давай. Но мы немножечко над ним посмеялись. Давайте побежим за нашим Эмеральдом. Свет выключаем. Экономим. Ой, что это было? Электричество? Так, это означало, что Эмеральд от нас сбежал. Понятно, мы потеряли его из виду, а вот и он. А вот и наш друг Эмеральд. Бам!
по заднице. Давай, давай, ползай, пока. Пока у меня восполняется. Пополняются удары. Так, давай, давай, давай. Вот, 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 вот. Он опять, опять думает, я его не вижу. Привет! Привет, дружище! Как поживаешь? Так, он аптечку хочет заюзать. Черт. Не могу дотянуться за него. Он слишком прыткий. Прыткий. Я по деревьям так далеко не могу. Я только лечь могу и все. Ага, он оббежать решил, да? Ну давай, давай, давай. Оббегай. Посмотрим. Посмотрим. Так, окей, окей, окей. Окей, 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 окей. Где же наш дорогой Эмеральд? Эмеральд, Эмеральд. Куда ж пропал? Господи, Эмеральд, куда ты делся? Понятно, понятно. Эмеральд куда-то делся. Давайте проверим сундук, может он нам что-нибудь написал. Написал. Так, 7-7-2-1. Ну, как видим, ну, нет, нет. Ничего он нам не написал. 7-7-2-1. Бам-бам. Все. Так, давайте, побежали. Где? Теперь будем искать Эмеральда. Давайте по камерам вот. Ага, ясно. Искать нам его не придется, потому что он сейчас решил меня потроллить. Но я же знаю, что ты под деревьями прячешься, Эмеральд. Видимо, он стрельнул и дальше побежал, понятно. Давайте проверим вот здесь целостность этого сундука. Понятно, не дотягиваюсь. Ручки коротенькие у Джейсона. Так, тут что? Ку-ку, как дельцы, понятно. Проверим сейчас адреналин. Взял ли он его или нет? Или не... Не, адреналин на месте, все на месте, окей. Давайте куда-нибудь вот сюда запрячемся. Бам. И посмотрим. Камера седьмая. Может, посмотрим по каверам немного, как он в мое убежище пойдет. Хм, не знаю. Давайте посмотрим. Может, пойдет реально сейчас мое убежище. Камера четвертая. Тут никого нету. Никого. Просто никого. Камера первая. Никого. Ну, я рядом с этим местом стою. Камера пятая. Никого тоже пока что нету. Так, давайте посмотрим сейчас шестую. Ого, я понял, где он. Ага, ага. Вы по звуку слышали, да? Он открыл. Открыл, да. Флэрган. Флэрган открыл, да? Давай, давай, давай. Сейчас помансим от него. Давай, попробуй попасть по мне. Давай, давай, давай. Черт, черт, черт. Не-н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 е. Эмеральд, не надо, не надо так делать. Не надо, не надо, не надо так делать. Давай, давай. Попробуй выстрелить в меня. Ну давай, давай, давай. Так, давай. Давай, давай. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Если он по мне этим фаерганом стрельнет, то... Не-не-не-не-не-не-не. Это будет фигово. Не-не-не, Эмеральд. Может, не надо? Может, не надо, Эмеральд? Эмеральд? Может... Может, не надо, да? А, отступаете, да? Отступаешь, значит. Пошел ты со своим флэрганом. Пошел, 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 говорю. Потому что с флэрганом, если он по мне стрельнет, я... Черт, черт, лежим, лежим, лежим теперь. Слег я, молясь. Давайте немножечко подождем, пока Джейсон поднимется. Твою мать. Эмеральд, Эмеральд, Эмеральд. Ну зачем же ты подругу-то стреляешь? Вот с этого не попал, а с флэргана попал. Так, во, все, встаем, отлично. Ну все, теперь я злой, Эмеральд. Ты зря это сделал. Ты это очень зря сделал, потому что я слег, и теперь я злой, 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 как собака. Ну почему как? Есть собака. Так, давайте побежим в нашу дрочильню. Тут он код разгадал. Нет, не разгадал. Просто посчитать трупы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оп, изи, бам, рычаг. Так, давайте посмотрим, что нам Эмеральд написал сейчас в этой... Ну да, видим, у Эмеральда руки наполовину кривые, потому что сейчас он по мне попал. Что было? Какой-то страшный звук. Не знаю, что это было сейчас. Давайте проверим, что Эмеральд сейчас написал у нас. Так, 2716. 2716. Что он нам напишет?
Зачем ты пытаешься меня убить? Нузи, так нужно. Окей, 2, 7, 1, 6. Написали мы ему записочку, кладем обратно. И давайте сейчас проследим за Эмеральдом еще раз с помощью камеры. Первая камера. Ничего нету. Четвертая камера. Ничего, никого нету. Это около выхода у нас находится. Вторая камера. Никого, ничего нету. Первая камера. Тоже Эмеральда здесь нету. Проверим шестую. И проверим седьмую. Так. Ну давайте тогда побегаем по карте, поищем Эмеральда. Попробуем его хорошенько отдубасить. Окей. Пока что я вообще не вижу никаких признаков Эмеральда. Может вот... Ага, он спер записку. Значит, он где-то рядом. Понятно. Если он спер записку... Ну, записку, книгу и перо, чтобы написать мне послание. То значит, он где-то рядом. Может, он, кстати, где-нибудь пишет мне реально сейчас записочки, чтобы я их прочитал. Так. Так, совы поют. Так. Не знаю, где сейчас Эмеральд. Но надо проверить первый сундук. Сейчас давайте пробежимся по сундукам, а потом пойдем ко мне в логово. Так, 7216. Не-не, 7721. 7721. Что-то написал нам? Не. 7721. Бам. Окей. Пробежимся немножечко, давайте, по сундукам. Сейчас побежим к тому сундуку, который под камерой. Это вообще что? Какая-то статуя. Так, там прервались немного. Так, сейчас давайте поищем Эмеральда. Кстати, все-таки надо сходить, наверное, к хате. Она ближе всего сейчас где-нибудь. О, а вот и Эмеральд. Так, что это у нас? Ой, куда это бежим мы? Так, давайте. Сейчас мы... Так. Куда он дел... А, вот он. Ну, давай. Беги. Давай, Эмеральд. Давай, беги. Я злой, как собака. Ты же сам знаешь. Ой. А че это он остановился? Ну, второй шанс мы дали Эмеральду, поэтому вот. Мой топор хотел крови, поэтому он его и получил. Кстати, смотрите, какая красивая гора. Очень красивая, кстати. Во! Здрасте. Привет! Ну что, жестко я тебя прихреначил, да, Эмеральд? Да, я вообще на самом деле мог победить вполне себе, потому что я собрал почти все предметы, но дело в том, что мне не хватило просто смекалки или я не знаю чего, ну короче, я не нашел ключ-таки от здания. Смотри, тебе надо было решить саму загадочку в моей будке, но это уже мы посмотрим в следующих сериях, если вам понравится данная рубрика, так сказать, да? Да, вот, конечно. Так что, я не знаю, что Эмеральд под конец как-то запнулся, наверное, в клавишах запутался, но все-таки я его убил, да. Да, и что ж, дорогие друзья, если вы хотите еще серию, подписывайтесь на канал, и давайте наберем хотя бы 1000 лайков, ну что вы, господи, 100 тысяч подписчиков, не можем 1000 лайков набрать, это стыд и позор, ребят, так что давайте наберем 1000 лайков, и тогда мы с Нейзи выпустим новую серию про маньяка. Да, так что всем спасибо за просмотр, и всем пока, беги. Да. А кто не поставил лайк, с тем будет разговаривать вот этот вот обрез. Пока. И найди.